чем больше заварухи в судах, да, тем мутной водичкой рыбка легче ловится, да. Провести несанкционированный пикет у горсуда Алматы этих людей заставили безрезультатные поиски справедливости у казахстанской Фемиды. Алматинка Татьяна Федоровна 8 лет безуспешно пытается оспорить решение суда, по которому ее земельным участком, со слов женщины, незаконно завладел сосед. Судья Бастандыкского района Абдыкапаров вынес неконституционное решение. Он нарушил Конституцию, потому что имущество должно охраняться Конституцией, наследство. Потом дело передали в городской суд, и судья Селицкая, вместо того, чтобы не отдать землю, землю за гаражом взяла и подарила ему бесплатно этому соседу. Пикет собрал несколько десятков людей предпенсионного и пенсионного возраста и прошел без каких-либо активных действий. Собравшиеся не перекрывали вход здания и никак не помешали отправлению правосудия. Наверное, самое громкое в этой несанкционированной акции было требование отставки председателя Верховного суда и суда города Алматы. Спустя полчаса полиция задержала 5 особо активных членов общественного движения «За справедливость». Им сделали предупреждение за организацию и участие в несанкционированном собрании. Спустя 2 часа задержанных отпустили.